Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэд Макс, и я вновь появился на ваших экранах смартфонов, планшетов, ноутбуков, а возможно и телевизорах. Ну, неважно. Мы сегодня будем играть в FIFA Mobile. Извините, дорогие друзья, что так долго не появлялся на ваших экранах. Я не понимал, как решить одну проблему на моем устройстве, когда я пытался записать один из видеороликов. Я нажимал на мой любимый мобизен, с которого я записываю свои видосы. И в итоге мне все время писало интерфейс остановленный. Я не мог записать тупо видео. Я долго мучился, в итоге я решил набрать это все дело в интернете. И вот так вот. Это я 2 недели мучился, так бы, если бы этой проблемы не было, я бы выпустил видео аж 2 недели назад. А почему меня месяц не было на ваших экранах? Это хороший вопрос. Ну, у меня есть отмазка. У меня были всероссийские проверочные работы, я к ним готовился день и ночь и сдал их всех на 5, кроме биологии. У меня на 4. Кстати, пишите в комментариях, как вы закончили четверти, если вы студент, хотя вряд ли ты студент, потому что меня смотрят в основном все школьники. Пишите, короче, как вы закончили четверть, как вы закончили год, и желаю вам всех хороших каникул. Так вот, я круглый отличник, и не называйте меня, пожалуйста, в комментах ботаником. Я не ботаник! Ну так вот, приступаем. Когда я уже давным-давно не запускал FIFA, у меня тут 26 тысяч монет, что достаточно, ну не сказать, что много, но нормально. Я зашел в FIFA и посмотрел в режим атаки. Блин, что с ним произошло? Они его усовершенствовали, и он стал более крутой. И они исправили проблему с финтами. Только теперь финты показывают, как Корин показывает финт, не перемах. Не ножницы, как это было раньше, а разворот на 360 градусов Зинедина Зидана. Ну, в общем, ничего нового. Ну, мы поехали играть. Потратим одну энергию, хрен с ней. Погнали. Что-то я много заговорил. Блин, я уже 2,5 минуты говорю. Ладно. Ну, это не мешает мне записывать классный видос. Окей. У нас тактика 4-3-3, атака с фланга. Следующий матч я буду играть 4-4-2. Я тоже люблю эту тактику, потому что у меня в нападении стоит в тактике 4-4-2. На ЛП Азар, и в нападении у меня стоит Кокорин и Дзюба. Звучит достаточно смешно, но они эффективны. Так, окей, Модеста. Пас Мхитаряну, Мхитарян. Пытается пройти. Нет. Александра его останавливает. Коноплянка. Модест. Нет, не зацепился он за мяч, к сожалению. И нам забивают гол. Круто. Зашибись. Замечательно. Да что это за пас? Отличный момент, блин. И сравнивает счет наша команда. Генрих Мхитарян забивает гол. Наш соперник вырывается вперед, но мы тут же сравниваем счет. 2-2. Генрих Мхитарян по правому флангу прорывается. Непонятно, куда пас, но все равно нормас. О, прям в рифму сказал. Мхитарян. Навес. Парола, блин, смешная фамилия, Парола. И он не запорол. И это хорошо. 3-4. 40 секунд осталось играть. Наш соперник в атаке. Правый защитник у меня получил мяч. Коноплянка в офсайде. У него команда называется ПРО. Что-то я сегодня слишком эмоциональный. Пипец. Ну, что сказать. Долго не выпускал видео. 15-й год! Ладно, старый мем.
и нарушение правил. Коноплянка. Удар. И вроде мы 3-2 выиграли, но сейчас, наверное, нам высветится, и мы будем 3-3 в ничью, наверное. Грузись. Мне этот мячик начинает надоедать. Он меня сейчас загипнотизирует. Потому что я не знаю, поддаюсь я гипнозу или нет. Ну что за фигня? Интернет есть, ну... Ребята, поставим на... Ребятки, он мне ничего не засчитал, но при этом снял одну энергию. Зашибись. Давайте пробежимся по трансферному рынку. Ну, здесь он называется просто рынок. Что можно купить за 26 тысяч? Тысяч. Косарей. Штук косарей. Да. Блин. Цена. Нет, это не то. Мне не туда. Выкуп. 25 тысяч. Двадцать. Ну, пускай будет 30 тысяч. Окей, поиск. Вот этот, я не знаю, как его назвать, стоит 25 штук. Так, рейтинг. От 82 до 86. Так вот. Вот. Кстати, у меня на воротах стоит трап. Кстати, классный вратарь. Демпси, не знаю, кто это. Сио, Ховард. Старич, Демпси, Банучи, классный, кстати, игрок, но у меня на него нет денег. Драгба, круто. Субасич, Сио, не знаю, кто это. Витол, у меня такой есть, только у меня элитная карточка простая. Санчес! 25 штук Санчес? Вы серьезно? Санчес. Блин, я хочу его купить, Санчеса. Жорди Альба. Такие тут классные футболисты. Алаба, Банучи, Трап, Азар, 86 Азар. У меня есть 85-й, только ЛПшник. Ракитич. Что-то тут всем занижают рейтинги, согласитесь. У Санчеса в обычной FIFA 87 рейтинг. Ибрагимовича можно купить на ПФД. И Левандовски можно купить на ПФД. А этого делать не хочу. В принципе, я могу купить Азара. А, не могу. У меня не хватает... сотки монет. Что тут еще есть? Демпси, Мюллер, Пеппи, Самир. И я хочу есть Драгба, Старич, Санчес. Я купил, конечно, Азара. Но Азаром я уже играл. А нет, вот смотрите, я могу купить Азара. Давайте я куплю Азара и продам того ЛПшника. Блин, я хочу Азара, я куплю его. Блин, я купил его. Блин, лучше бы я Година купил. Кстати, чем мне нравится вот эта вот FIFA мобайловская? В ней нет сыгранности, можно вообще как, что угодно делать. У тебя только рейтинг будет. Так, моя команда. У меня 85-й есть, я могу...
продать. В 2015 году наш помог Челси выиграть. А как его продать-то? А, ну я врубился. Рынок, рынок, рынок. Вот. Продать. А чё за фигня? За сколько можно... Мне вообще не нужен этот... Морес. У меня есть Морес. Мне не нужен, потому что у меня есть Мхитарян. Могу Мореса продать. Реми могу продать. Давайте Мореса сейчас продадим. Цена выкупа. Я его хочу толкнуть за 20 штук. Не, пускай будет 17. 17 тысяч. Окей. Вместить предмет. А что за фигня? Окей, минимальная цена. 2000. Разместить предмет. Вы уверены, что хотите... Окей, да, хочу. И Реми хочу разместить. Так, этого мы толкнем за... Ну, минимальная цена пусть будет 500. И цена выкупа пусть будет 12. Вот так вот, разместить предмет. Я бы еще продал и турбо. И турбо. Я его покупал за 9 штук. Ну и продам его, наверное, пускай будет 9500. Я его покупал за 9 с чем-то. Вот, 9500, минималка 300. Ой, 3000. Вот, все окей, разместить предмет. Вот этот Кришта мне не нужен, у меня есть Кришта, который на ЛЗ. Его я покупал за 5. Его можно продать. Мне вообще не нужен. Этого за 7 хочу толкнуть. Так вот. Он мне в паке выпал. 'Сук-хунь-джунь'. Смешная фамилия. Сук-хунь-джунь. Я его тоже могу продать. Я его хочу продать. Я его хочу толкнуть за его грандиозную фамилию за 10 500. Блин, жалко, что здесь нельзя писать комментарий к игроку. Вот. Так, теперь мы заходим. Рынок, рынок, нет, я хочу в мою команду. Все ок. Вот так вот, все окей. Может, мне Азара тоже толкнуть? Блин, ладно. Давайте сыграем в сезоне одну игру. Вот сезон. У меня матч против Валенсии. Так. 4-3-3. Атака с фланга пускай будет. Азар, Модест, Мхитарян. Все ок. У меня был еще один 85-й Мхитарян. Тут... Ой, Мхитарян. Азар, тот, который за синюю звезду, но он отстойный, если чё. Чуваки, не берите, ну,
85-й Азар за синюю звезду, он отстойный, если честно. Вот те, которые повыше, да, они крутые. Я играл за них. А тот, который 85-й, это вообще отстойный. Лучше купите элитную карточку на ЛП, если вам прям так хочется Азара купить. Лучше купите 85-ю карточку на ЛП. Я ее покупал буквально 1000 за 20. И вот действительно зашла. Классная карточка была. Вот. И вот у меня Азар на ЛВ. И он, вот здесь он вообще сосочный, смотрите. Опа! Пенальти. Опа! Все, 0-1. Заработали мы пенальти благодаря Азару. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите доброжелательные комментарии, никакого хейта не хочу видеть в своих комментах, иначе я просто-напросто забаню. И, пожалуйста, не материтесь. Сантимина и Трап. Я хочу его называть Трамп. Кришта. Хороший пас на Азара. Азар. Ой, какое нелепое. Извините, что так мало комментирую этот матч, просто я задумался. Так, Азар. Игнашевич пытается прессинговать, бросается в подкат и нарушение правил. 26 метров до ворот, пробивает штрафной Валенсия. И тут Гараев штрафной. На него навешивали. И вот тут Азар, совсем один. Просто беги, дружок. Беги, 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 беги. И опа! Как ты не попал? Я бы так красиво сейчас забил. Первый тайм подошел к концу, и после первого тайма наша команда ведет 0-1. Также у меня еще Агбон Лахор есть, и я его хотел бы продать. Он вообще сосочный. Он настолько быстрый, что ему никакого скилла не надо. Он настолько быстрый, он просто тащит. Никакие там Модесты не сравнится просто. С Агмон. У меня еще Жулиана в составе есть, но он такой себе. Первые игры он хорошо играл у меня, но потом что-то не задалось у него. Азар. Хорошая передача на Мхитаряна. Я его как-то странно назвал, ну ладно. Навес. И как он здесь не попал вообще? А, ну там еще и офсайд был. Что мне не нравится вообще в этой фифе, то что тут вообще нету замен. Что это за фигня? Нету замен. Ни в одном футбольном матче я не видел такого, чтобы не производилось замен. Ну, какой-то одной команды, да, она может играть без замен. Но чтобы две команды в матче вообще никогда не делали замены, это вообще, ну, странно. Потому что футболисты устают. Прикинь, сидим 1,5 часа, вот бегать, и надо еще приносить какую-то пользу. Не просто носиться с мячом, а еще пользу приносить. Вот, и здесь нет замен. Но здесь игроки не устают почему-то. Ой-ой-ой, вратарь тащит просто. А еще здесь карточки прикольные. Да вы серьезно? Я не верю, что так можно тащить. Да ё-моё. Там вообще пендель был.
И вот несется в атаку Валенсия. И защита Зенита ничего не может с этим поделать. И Азар получает мяч. Ой. Жестко сыграно, но в мяч. Я видел там мяч. Все было. И с минимальным преимуществом, наверное, выиграет Зенит. Ну, у меня команда называется Максон 18-09. Ага, только я заговорил про минимальное превосходство в счете, так сразу же мне забили. Блин, надо было позже говорить-то все. Вообще пипец. Блин, 1-1. Ладно, с вами я прощаюсь, а то у меня уже видос затянулся, и я безумно хочу есть. Всем пока, дорогие друзья, ставим лайки и подписываемся на канал. Я думаю, вам такой контент нравится. А если не нравится, пишите в комментах. Но, блин, зачем писать? Я все равно мало чего изменю. Ну да ладно, всем пока. Хороших вам каникул.